В Гродно в жилых помещениях включают отопление с 22 сентября. Такое распоряжение принял Гродненский городской исполнительный комитет. После квартир, общежитий, гостиниц и театров теплее станет в административных зданиях. Напомним, в понедельник 20 сентября отопление было подано в детские сады, школы и больницы. По правилам, режим протапливания в жилом фонде включается при среднесуточной температуре 8 градусов. Если столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла, тогда будет включен режим протапливания. В этом году отопительный сезон начался несколько раньше. В прошлом тепло в квартиры поступило в середине октября, а в детские сады, школы и больницы раньше всего на один день.